попкорн. Так, готово. Да-да-да-да-да. Сейчас посмотрим, что там. Попкорн для микроволновки. Надо осторожненько. Сейчас я покажу вам, что там интересненько. Тимочка, положи, пожалуйста, планшет. Писали. О, прикольно. Покажи. Попкорн сладенький. Ой, какая красота, посмотрите. Смотри, Тимка. Какой? Красивый какой. Классно. Сейчас высыпем чашечку. А, горяченький. О, отлично приготовился. Даже не подгорел. Классно. Вот. Включать можно фильм и наслаждаться. И смотреть кино с попкорном, да? Прикольно. Так, подожди, там еще что-то осталось. Да, я так не уберу, она прилипла. Вот такой попкорн получился. Потихонечку, Тим. Нет, и сядь лучше, так нет, сын. Это стаканчик, сыну. Что ребенку надо для счастья? Лужа, палочка, камешки. Да, сына? Идеальная прогулка. Аминка, обезьянка. Ну, пока Аминке не интересны лужи. И слава богу. Ну вот как на солнышке, прям тепло. Солнышко заходит, прохладно. В 20-м году это было. Нормально все будет. Пришли к родителям и буду обедать. Вкуснятиной. Здесь печень с пюрешкой. Всем, кто кушает, желаю приятного аппетита. Вкуснятина. Она уже сидит на ее глазах. Она уже спать хочет. Амина, Коль, уже спать хочет. Это не такое мороженое. Амина, по чуть-чуть, доча. Вкусно? Уже вся измазюкалась. Не ходи, Тимка. Она сейчас убежит. Красивая. Ну что? Быстро. Дима, ты ее. Нет, сыночка, пойдем домой. Аминочке спать пора. Уже время нам. Амина, а что будет делать? Белка там, да, белочка. Белочка там, да, дочь? Амина, что будет делать? Амина, что будет делать? Скажи, доча. Что Амина будет делать? Амина, ты что будешь делать? Спать.
Друзья, наконец-то готовы наши фаршированные перчики. Ну, здесь несколько тефтелек. Это 6 перчиков я отправила как заготовки в морозилку. В общем, не поместилась, поэтому думаю, не буду все сразу. Пусть останется. Ну, я так частенько делаю. Вот. Гарниры у меня... Ой, прошу прощения, спасибо. Чихнула. Вот, гарнира у меня никакого нет. В общем, я не успела. Обычно делаю этот. Мы перец фаршированный в последнее время любим с гарниром. Я делаю пюрешку. Вот, ну, не в этот раз. В общем, сейчас буду накладывать, будем обедать. Тимке наложила тефтельки, потому что он перчики не кушает. Сделала салатик, помидорчик, огурчик здесь, зеленый лук, ну, специи и сметанка. Вот, Амина у меня уже пообедала, поэтому сейчас осталось только нам покушать, пообедать. И да, немножко поснимала, как я готовлю фаршированные перцы. И вот обычно фарширую вот такие зелененькие перчики. Нам очень-очень нравится. В общем, буду кушать, потому что Азамат вернулся с работы, голодный. Я голодная, Тимка, поэтому да. Друзья, всем, кто кушает, желаем приятного аппетита. Друзья, всем большой привет! Выхожу к вам на связь. В общем, прошли наконец-то долгожданный понедельник и вторник. В общем, как я вам говорила, что у нас должен был быть прием у Лора в понедельник, так сказать, заключительный перед операцией, так как у Тимки уже была назначена во вторник операция. В общем, мы всем семейством поехали в понедельник к врачу. Вот, он посмотрел Тимку и сказал, что у него есть улучшение. Ну, не сказал, что у него все сейчас прям прекрасно стало, но есть заметные улучшения по графику, который вот он проверял ушки. Вот, и в общем, нам отменили операцию. Сказал, что пока не видит смысла делать ее, потому что жидкости уже нет, он посмотрел в ушках, он себя прекрасно чувствует, никаких воспалений, ничего, и, в общем, сказал, что пока мы это дело отложим, в общем, пока будем продолжать капать в носик капли, он также их прописал. Вот, по поводу Амины, сказал, что особо также улучшений нет, но пока она еще очень-очень маленькая, чтобы делать операцию. Вот, также выписал ей капли продолжать капать, и получается в мае мы опять идем на прием. Азамат сделал свой очередной укол от аллергии, и в общем уколы, которые он делает, конечно, ему заметно помогают. Вот, ему еще осталось 2 в конце апреля сделать, и вот в мае мы все вместе опять едем на прием. Вот, надеюсь, что все хорошо. Ну, в общем, мы уже были готовы. Я даже не знаю, радоваться или нет, что была операция или нет, потому что я уже думаю, чтобы поскорее с этим делом закончить, сделать операцию, чтобы Тимка уже не мучился с ушками. Ну, и думала, что это уже его облегчит по поводу слуха, он будет лучше слышать, но на самом деле Тимка сейчас заметно лучше слышит, то есть он слышит все. Я еще пыталась шепотом что-то говорить, он все слышит, все прекрасно, поэтому нет причин для беспокойства, там, чтобы настаивать на операции и так далее. В общем, ну и, как я уже говорила, что мы доверяем нашему доктору Лору. Он, конечно, сказал, что лет 20 назад я бы их прооперировал, потому что сейчас, говорит, я уже более стараюсь лечить, тем более деток, более консервативными такими методами. Борюсь, говорит, до последнего, поэтому да. Вот такие, в общем, у нас дела. Получается, во вторник мы Азамата, ну, в понедельник-вторник брал выходные, в общем, понедельник-вторник мы были дома, Тимка эту неделю тоже в садик не ходит, потому что и сегодня у меня был термин, мне надо было с мамой сходить по делам к врачу, потом завтра садик работает только до 2, поэтому думаю, ладно, пусть еще на этой неделе дома посидит, а уже со следующей недели будет ходить. Ну и погода у нас, конечно, не очень, поэтому думаю, ничего страшного не будет, если еще дома посидит. Вот. В общем, в целом, вот такие у нас дела и новости. У нас уже время 8:30, на самом деле у нас сегодня среда, да, 8:30 вечера. Сейчас я пришла на кухню, нужно все убрать, разобрать, ну, потому что после ужина ничего я не убирала. Поиграли с детками, вот Амину уложили спать. И вот скоро будем укладывать Тимку. Перед этим хочу навести небольшой порядок. Но думаю, надо выйти к вам на связь, вообще сказать, что да как, какие у нас дела.
Вот так, в общем, друзья. И да, спасибо вам большое за вашу поддержку, за ваши комментарии, лайки. Я все читаю, я все вижу, мне, нам очень приятно. Вот, ну а мы продолжаем, получается, лечиться, капельки, капать в носик. Вот, и надеяться, что это все дело пройдет уже наконец-то и будет уже прям хорошие результаты, что вот, и не надо будет никаких ни больше операций. Ну и вообще, конечно, это с возрастом проходит, когда ребенок вырастает, это все у него отдаляется, то есть пока они маленькие, маленькое расстояние. Ну, в общем, я уже об этом говорила, поэтому да, будем надеяться на лучшее. Ой, как вкусно, да, Тим? Угу. Особенно ложкой ковырять-то. Не хочется. Не хочется, чтобы я ему нарезала. Половинку мы уже съели, да? Нормально, нарезанную. А вот вторую половинку он решил ложкой. В мультике, говорит, видел. Вкусно? Сладкий, да? Арбузик сочный. Лайк. Лайк. Покажи лайк. Лайк. Мне сладкий.